Сегодня у нас Лифан Салана 2, рабочая лошадка с большим багажником. К тому же часто ездит с прицепом, поэтому зад просел. Мы попробуем внедрить в нее компоненты от японского прародителя Toyota Corolla, к тому же в усиленном исполнении. Пружины OBK и амортизаторы Kayaba. О, Made in Japan написано. Основная интрига, подойдут ли запчасти и как они встанут на машину. Чтобы понять, что произошло, делаем замер на заводской подвеске. Сама замена несложная. Амортизатор снизу стоит на штыре и фиксируется гайкой. В багажнике надо отогнуть обшивку. Сам амортизатор крепится гайкой под ключ на 17. И шток фиксируется в исполнении Kayaba, это шестигранник на 6. На 8. В стандартном исполнении там сужение под рожковый ключ. Японские запчасти смотрятся бодро. А теперь посмотрим, насколько поднялась корма. Слева и справа. На новых пружинах машина поднялась почти на 5 сантиметров. Через недельку она, конечно, просядет, но все равно будет выше примерно сантиметра на 3, чем была до ремонта. Новые пружины с диаметром витка 13 миллиметров. А старые с трудом дотягивают до 12 миллиметров.